Алексей Антонов уже 4 года учится на геодезиста. Говорит, к соревнованиям WorldSkills готовился основательно. Смотрел обучающие видео, изучал свойства новых приборов, с которыми пришлось работать на отборочном этапе. От 63-го региона по компетенции геодезии участвует одна команда. Ребята проектировали на компьютере строительную сетку в специальной программе. Затем по проекту с помощью электронного тахеометра выполняли топографическую съемку. В общем, где-то за 1:40 мы закончили, потом делали обработку, скидывали. Мы немного дольше делали из-за дождя, из-за ветра шаталась вешка, а там ее держать нужно по уровню. Все это время через веб-камеры за участниками наблюдали члены жюри. В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести отборочные соревнования в новом дистанционно-очном формате с применением онлайн-технологий. Они уже имеют опыт в этом отношении, они долго тренировались. Для них мы подобрали специально самую новейшую технику для геодезической съемки. Вот. На сегодняшний день, по сути дела, наш колледж является в этом отношении самым оснащенным. Более 1000 участников будут состязаться в профессиональном мастерстве по 27 компетенциям. Развитие профессиональных конкурсов – одна из задач нацпроекта образования. Самарская область на этапе отборочных туров будет представлена в 18 компетенциях. Основной возрастной группы и еще в 4, где на площадке выйдут школьники. Соревнования продлятся до 20 августа в 83 субъектах России. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты, получат право на участие в финале национального чемпионата, который также пройдет в дистанционно-очном формате в период с 6 по 21 сентября 2020 года. Мария Илчан, Николай Епифанов. События.